Здравствуйте всем. Ну, начну с самого начала. С самого почти утра. Корову подоила, маленько чуть-чуть управилась и дальше пошла. Муж у меня на кухне, пока варится мясо на борщ, я пошла в огород. Там работы непочатый край. А вот этот шум, это муж у меня мелит зерно. Здесь у нас стройка. Мы строим навес на крыльцо. Привет! Бардак у нас. Ну ничего, мы все сделаем, все будет хорошо. Не хочешь, не буду снимать. Здесь я розочки посадила. Это у меня вот плетистая роза. А это вот я черенки с других роз срезала и поставила. Ну, посмотрим, что будет. Ой, расскажу сегодня все потихонечку, помаленечку. Вышла в огород, надо все чистить. Скоро лук и чеснок сажать. Ой, мои перчатки. О, бардачок. Вот камни выбираем. Я не знаю, у меня муж выбирает камни. И вот, наверное, ведер 5 таких с огорода. Ой, каких 5? Наверное, 10 за лето выбирает. Откуда они здесь берутся? Это я вот начала уже убирать. Надо же здесь сажать. Лук, чеснок скоро. Ну, где-то. Так, а сегодня какое число? Ого, уже скоро надо начинать. В конце октября. Это у меня остатки огурцов остались. Ну, пускай еще порастут. Не буду плеть убирать. Вон еще есть какой огурец. Пойдет. 10 штучек таких наберем. И то ладно. Чеснок он везде повылез. Все, что я не вытащила. Обо всем понемногу расскажу. Это у меня новая клубника. Это я вот 4 грядки посадила. Приросла. Прямо умница, молодец такая. Вот я поняла, только осенью надо сажать клубнику. Весной это чепуха. Вот что я посадила весной. Это вот моя. Ряд. Да, ряд моей. Первый ряд. Это моя клубника. А это вот я купила. Да? Да, покупала. Азия. Здесь тоже ряд моя клубника. Ой, нет, вру. Вот здесь вот у меня 2 ряда. Это все моя. И вот здесь еще ряд моя. Вот этот ряд моя. А вот это я купила весной. И вот еще. Вот здесь было 20 штук. Вот осталось сколько. Хорошо, усы наросли. Весна это гад. Весной не надо сажать. Совсем не знаю, может, у кого-то и получается. Мне не понравилось. Только осенью. И вот здесь тоже 2 рядка с левой стороны. Это Сирия и Азия. А здесь вообще вот что. И усов даже путем не пустила. Вот здесь ремонтантная. 14 кустиков, по-моему, или 15 осталось. Ну, это и уже с усов, которое приросло. Так что надо осенью. Это плети я убрала вот с помидор. Пусть подсохнут, потом сожгем. А это вот красота. Я ее, вон, и даже не проредила. Не знаю, куда ее уже девать. Тут на 3 огорода таких хватит, как у нас этой клубники. Весной делать что-то не знаю. Старые кусты, наверное, выкорчевывать придется. Ой, технология аж есть своя для клубники. Как-то называется 1:4. Одна грядка пустая, 3 растут. И вот так вот меняют. Ну ничего, упорядочусь. Это 2 года мы здесь только. Ничего, потихоньку соображу, как, что. Ой, еще учусь. Ученик, блин, такой. Это вот у меня весенние огурцы. Тоже сейчас буду убирать плети эти все, потому что надо готовить землю. А это остатки корове надо отдать. Это редька. Вот эта редька, которую я посадила правильно. В правильное время, в августе.
А вот это заросли. Это я посадила редьку 1 июля. Умница. Лук убрала здесь и посеяла. Нельзя сажать в июле редьку. Нельзя. Вот что, ничего не выросло, потому что жара, потому что надо соблюдать сроки. Вот так. А вот эту посадила в августе. Вот она красота какая, изумрудная. Красавица. И лук вот. Вот говорят же, каждому овощу свое время. Тоже лук в июле посадила. Думаю, ну вырастет. Ну вот сейчас вырастет. Вот надо прибрать здесь два рядка. Два рядка будет на зелень как раз. Как раз к Новому году. Хотя надо вот сейчас приберу здесь все вот тут вот приберу. И тут надо сейчас все убирать. Посажу-ка я чеснок и лук. И вот он через месяц будет уже нормальный, хороший. Вот ноготки. Им все, ничего. Растут себе и растут. Это вот мой папа любил всегда ноготки. Мы всегда с ним сажали с самого детства. И я теперь так сажаю в память о нем. Ноготки и Эшольцу он любил почему-то. Всегда Эшольцу. Вот петрушка. И тут проплешины я подсеяла сейчас. Вот это я под зиму в прошлом году посеяла петрушку. Вот она выросла и прекрасная. Но на следующий год она посидит до осени. До осени. Какой до осени? До июля. Как чеснок выкопаю с луком. И вот и петрушки срок. И она сразу засохнет, засохнет и засохнет. А вот ту, что подсеяла, вот та будет на следующий год еще вот такая же. Вот это место я выделила для петрушки. Вот тоже редька. А это редька-самосевка. Я в прошлом году... Ой, наверное, не слышно. В прошлом году вот этот рядочек... Вот рядочек посеяла... Посадила здесь прям большую редьку на семена. Вот семена. И вот она у меня выросла, цвела. И вот сама насеялась. Вот, пожалуйста, тоже редька. Тоже редька. Ой, хризантемы какие-то. Хризантемы какие-то не хотят. Какие-то чахлые. Хотя нет, вон какой красивый изумрудный кустик. Ой, а этот заблудился в осени. Подсолнух цветет. Я все уже убрала, а этот, видно, насеялся. И цветет, красавец такой. Что еще показать? Ай, ошибок много-много. Надо, наверное... Года три, чтобы понять, как, что. Вот это у меня... Ой, самой не видно, как показывать. Вот это у меня... Это... Ой, вот. Да, вот это вот роза я. Три куста здесь. Желтая, оранжевая и оранжево-желтая. Посадила, купила три куста. А это дельфиниум. Сам насеялся? Нет, это я посеяла. Вот растет дельфиниум. Везде, где вот это зеленое, это все дельфиниум. Нет от него спаса нигде. Только кустик посеешь, все будет потом. Но может вымерзнуть. В прошлом году у меня вот здесь вот эта полоса была с дельфиниумом. И мороз дал март, в конце марта. И все. И вымерзла почти вся, почти весь дельфиниум. Ну ничего. Я еще насеяла семян у меня. Килограммами этот дельфиниум насобирала. Сейчас буду все убирать, порядки наводить. Порядки наводить. Это розочка у меня. Уже отцветает. Надо вот обрезать. Сейчас обрежу, пойду за секатором. И опять розочка. Нет, зацветет. Красавица. Сейчас и в Сибири смотрю у всех розы. Вообще красота. Сейчас в Сибири вообще всего. И вишня, и сливы, и яблоки, и розы. Вообще. Только холодно, блин. Мало лета. А так, вот виноград уже все. Все уже отходит. Я уже его съела. Закрутила в банке сколько-то. И ем каждый день. Ну, почти уже все. Уже нету ничего. Вот это вот осталось. Школа, которая... Тут тоже уже мало. Плохо побрызгали один раз, надо было еще, и что-то все зачахло.
А на той стороне у нас там много чего. Я прямо отсюда вижу грозди черные. Надо собирать и виной давить. Ну ничего, все успеем, все сделаем потихоньку, каждый день по чуть-чуть работать. И все. Ой, у меня еще роза красивая есть. Тоже цветет. Был маленький кустик, а в этом году прям такое выросло. Высокая. О, красавица какая. А в палисаднике еще желтая роза. Вдруг чего-то расцвела. Там сирень обрезали, ей места стало много. И она прям огромная роза. Не хочется мне туда идти. Вот. Так что у меня сегодня, ох, работы. Вот эту плантацию мне нужно убрать. Почистить, подготовить. Завтра поеду в Александровку за севком. Лук куплю. Чеснок у меня есть хороший, вырос нынче, богатый чеснок. А вот лук, севок надо покупать и под зиму посадить. И семейный тоже. Ну, короче, лука надо посадить. Хозяйство большое, цыплята, гусята, утята. Всех надо луком кормить. Толя, я снимаю, а ты мне тут кричишь. Блогерша говорит. Ну ладно, пока-пока, буду работать.